И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Arx Royal Evolve, все так же на Crystal Island, все так же с модом Extinction Core. И сегодня мы пойдем продолжать, так сказать, томить ванилу. Здесь, если не ошибаюсь, последняя ванила, там еще какая-то есть королева пчел. Ну, я так и не понял, там просто тупо пещера с пчелами, то ли можно и томить, то ли нельзя. Но тропиогнат, или как он там более точно, вроде бы тропиогнат. Ой, да, тропиогнат. Вот, это вроде бы последний динос, которого нужно притомить. Единственное, что сразу же хочу сказать, я не знаю, где доставать седло, точнее, как создавать седло. Седло создать нельзя. 65 левел, меня просто побрил, хотя я не бритый, но побрил меня, потому что вот, пожалуйста, нету изучений. Даже если ввести вот так, тро ничего, то есть седла просто-напросто нету. Его убрали из рецептов, его можно только находить. Находить, понятное дело, я его не находил, вроде бы как. На всякий случай, вдруг, был бы прикол. И вот так, то есть, как бы, я его не находил, все седла у меня здесь. Раньше я его находил на других картах, понятное дело, ну, сюда возвращаться, естественно, не будем, для того, чтобы его сюда притащить. Но это как бы фигня. Самая основная суть, во-первых, мне его притомить, во-вторых, это чертова дробилка, которой у меня нету. Чтобы его притомить, нужно баллиста и металлический болос. Постройки сделаем на месте, а пистолет для того, чтобы его огреть на себя. Поэтому что? Правильно. Берем киблы или баранину и летим уже туда. Так, вот он, тропиогнат. Не агрится. Он не агрессивный, пока его по нему не внесешь урон. И как бы именно этим его и агришь на себя. И тут уже самое главное правильно найти место под постройку, чтобы потом меня никто не отмудохал, скажем так. Так. Это обычные у нас деревья. А, вот да. А вот с этих древесный уголь. Все правильно. Во-первых, я сейчас просто площадку себе очищу. Во-вторых, древесный уголь немножко добуду. Для чего я очищаю себе площадку? Добрый вечер, летающее дерево. Для того, чтобы обзор не мешать себе. Да. Вроде как, тусует здесь, никуда не убегает, все хорошо. Вроде даже никаких агрессивных нету диносов. Все просто замечательно. Создаем предметы. Сказал я, что здесь никого нету, и вот она, Арнео. Очень большого левела, ровно настолько, что, я так понимаю, где-то здесь под землей пещерка находится. Почему? Ну, потому что такие Арнео обычно находятся в пещерах, и они спавнятся над поверхностью, если где-то, ну, скажем так, недалеко находится пещера. Это стоит учитывать и смотреть в оба, скажем так. Так. Ой, убираем терчиком. Благо, кряпуды есть. И чтобы терчик нам не мешался. Он, по крайней мере, я за него не беспокоился. Что-то пойдет не так. Забыл сделать ворота. Что поделаешь? Поэтому будем обходиться, пытаться без них. Так, по идее, вот это мне должно не мешать. По идее, я, конечно, человек не идейный, но вроде как и вот так должно сработать. Заряжаем. Оп, и я спрыгиваю наружу. Теперь мне нужно сагрить его. И чтобы он прям бежал в эту сторону. И сесть, поймать его, а потом закрыть. На всякий случай закрыть, чтобы было. Не мешайся. Отлично. Так.
Деревья на подходе, деревья на пролете. Убираем, чтобы как минимум мне обзор точно не мешало все это дело. Да и бежать будет мешать. Теперь у меня есть пистолет, который я не побоюсь применить, если он выйдет из-за камня. Так, ладно. Деревья, говорил я, будут мешаться мне, но в итоге мешаются камни. Кто бы ожидал? Такой ситуативный подставной. Попал! Попал! Отлично! Теоретически! Не, практически он взлетает наверх! Эй-эй-эй! Сядь! А можешь залететь, пожалуйста? Нет? Ну и бог с тобой. Я зачем-то сел в седло. Я когда садишься же когда в седло, ты становишься выше. А не ниже. Слышь, что говорю? Я тебе говорю. Эй! Крылатый! О, добрый вечер! Скорость моя спасает меня. В очередной раз. Тихо. А стрелять мы будем? Зарядил, пальнул и вылез. Отличненько. Так, закрываем тебя, чтоб ты мне не мешался. О, добрый вечер. От кого бежишь? Ну ты это давай, проходи мимо. О, так вот, наверное, от кого бежишь. Жирный. Сейчас, погоди. Отлично. Помогли черепашке сделать хорошее дело. Так. Это понятное дело, но мне нужно, чтобы он проголодался. Оп, отлично, бегает, и это не дает ему вылезти. Так, ладненько. Да, здесь какие-то посторонние звуки иногда бывают, и я прям их очкую иногда. Что у тебя по голоду? По голоду, по идее, ты должен серить. Теоретически. Теоретически ты должен серить. О, попёр серить. Красава. Серит, значит, голодает. А раз голодает, значит, можно притомить. Вот и замечательно. Да, подготовка всегда дольше, чем томление. Ну, это желтый киб. Да, заметочка. Ни разу не томил, поэтому и заметка вылезла. Вы бы еще сказали, где седло добыть. Вот было бы вообще богонь. Кстати, давай проверим. Дважды нет. Жаль. Я надеялся, вдруг, типа, притомишь, поэтому седло появится. Обломись, лошара. Ну и, собственно, никак он не работает без седла. Седло — это именно то, что является переработчиком. И вот это-то как раз-таки основная тупость. Да. Ты типа ничего сделать не можешь. Как летун? Никакущий. Вот просто никакущий. Ты бежишь быстрее, как говорится, чем он. Не факт, но суть — да. В целом, да. Летает как-то пижар. Вот это вот и все. Но... Ман. На нем я лететь до дома буду дня 3 реальных. Поэтому в креопод и на базу на птерчике. Ну, если когда-нибудь найду, скажем так, седло на него, то буду на нем горцевать. Сомневаюсь, что я найду на него седло.
Но по таймеру в правом нижнем углу вы прекрасно видите, сколько было до и сколько стало после. Срочно надо электронику. Срочно! Я задолбался уже летать туда-сюда, честно. Я очень много туда-сюда летаю за кадром. И вы и четверти не видите, сколько я летаю. Отвратительно. Так. Да пускай будет. Так. Вылетай, родимый. Будешь теперь у меня здесь тусить. Тик-тик-тик. Стрелка куда-то пропала. Это группы. Да, все нормально. Просто почему-то пишется владелец. Ха, ну окей. Ему нужно качать выносливость. Выносливость — это у него все. То есть ему нужен для полета выносливость, как незнамо кому. Так что выносливости будет качаться. Когда-нибудь седло у него появится, и буду на нем тоже потестирую, как летать. Когда-нибудь. А сейчас что? А сейчас стоит заняться стимпанком. Как вы видите, серия вообще заняла очень мало времени, так что стимпанком мы займемся. Начнем с Industrial Copper Forge. Если не ошибаюсь, именно она мне нужна, но это не точно. Для этого мне нужна цементная паста, много цементной пасты. 121 у меня есть, здесь у меня... ну у меня в целом-то 121 и есть. Очень отвратительно мало. Может, бобров поискать? Такс. Бобры. Где-нибудь... Ой, господи, это не та... Это не та менюшка. Кастридес. Это как... Зомби Дедо. Единорог. О, кстати. 4 единорога? 225 левел? What the fuck? Не, ну если 4 единорога, надо будет хотя бы одного притомить. Обязательно. Охренеть. Смешно. Ну-ка, погоди. А Феникс? Если бы тут еще был бы Феникс, я вообще бы охренел бы. Ну, Фенрир? Фу, слава богу. Зато томленый Фенрир есть. Наверное, из-за этого он появился в списке. Это мой Фенрирчик. Так, ладно, я вообще искал Кастридеса. Вот это натуре. Я прям вообще могу это туда-сюда летать. Ну, естественно. Туда-сюда летать смену. О! Вот туда летим. А для чего? Будем искать бобриные хатки и грабить их. А чем мне остается? У меня цементной пасты нету. Бобры всегда тусуют плюс-минус на вот этом озере. То есть чаще всего они с той стороны, реже они с этой стороны. Но тут еще проблема, что... Во, синенькие эти. Траймманы бегают. Это такая основная проблемка. Но бобриные хаты есть. 206 цементной пасты. Троллер недоделанный. 206 цементной пасты. Так, давай. Прячемся. Ща будем... Хоба! Лутаться. На крапике. Так. Ну и ладно. Ну уж больно таки хотелось. Ладно, ладно, ладно. Чё вы пристали вот это? 300 цементной пасты. Не, ну тут, короче, вообще без вариантов. Так. Кстати, вот это надо отключить. Давай, кастрыдесики. За мной. За мной. Ой, это была кнопка. Не та. Взлетай. Давай, тяни вверх. Красава. Эх, кропик. Чё б я без тебя делал? Кстати, цветочки-то лутаются. О, да, цветочки. Мне просто там нужны были цветочки. Я уже не помню для чего, но нужны были. А почему бы их не добыть, пока я здесь рядом, пока за мной гонятся стая кастрыдесов? Почему бы и не подлутаться?
Сейчас бы вспомню, где второй был. О, вот она, бобриная хата. Видишь, что одна? Давай взлетай! Красава! Так. Ну, по-моему, кража удалась отменная. Все просто четенько вышло. И больше бобриных хаток не вижу. Ну, 500 цементной пасты, я думаю, мне хватит. 500? Да. 500. Не, ну блин. Ну блин. Ну блин. Я их сюда как раз и привел. Это что, альфа-пьер? Не, обычный пьер. Просто красненький. Тейкс. Ну, одну хату я точно залутаю. Пикируем. Пикируем. Давай. Вспомнить бы где. А, во, нашел. Вроде вот это получше. О, здесь еще жемчуг. Сам по себе тусует на дне. Жадность, моя жадность. Давай. О, да. Успел. Вот теперь мне точно хватит. Осталось только что. Правильно. Дождаться, пока не отогреться. А я их по новой согрел. Вот же душнило, а. Взлетел уже на какую высоту? Они все еще агрятся на меня. Один отогрелся. А эти два душнило. Сейчас они уже скоро из радиуса видимости исчезнут. А все еще агрятся на меня. Просто я не хочу, чтобы они куда-то убежали, а тусили на своем озере и... Еще бобриные катки наделали. Ну а вдруг проканает, и как бы да, и все хорошо. О, отагрелись. Все, из зоны видимости ушли, не отагрелись. Ну вот, отличненько. Можно лететь домой. Хм, интересно. Ветряк. А смогу ли я поставить ветряк, и чтоб не ставить генератор, к примеру? Просто мне вроде бы сейчас пока что нужна какая-то энергия, но я не хочу делать этот обычный генератор. Да и на обычный генератор мне нужна электроника. А электронику я не могу залутать. Потому что нет ни одного Тэгдина на карте. По крайней мере, не было, когда я смотрел. Ну-ка, давай выглянем. Тэг. И последний тэг. Вот такая вот жопа. То есть, хочешь электронику? Создай электронику. На, козлы. Так. Ну, кстати, теоретически я, по идее, могу, что, наверное, ее сломать, я не знаю. Ой, ты что-то как... А, к этим стакаешься. Так. Да пофигу, давай сюда поставим пока. Холобысь. Подобрать ветряк. Ты вообще хоть... Да вроде как даже крутишься. А лепетричество у тебя есть? А кабель состряпать мне нужен на что? А, слиток металла. А розетка? Электроника. Поржуй, говна. Так. А вот так. 12 электроники. Я никогда так еще не радовался этим 12 электроники. Седло для богомола. Клево. Неимоверно. Вообще, я за цементной пастой гонял. О, а здесь уже 500 цементной пасты изготовилось, пока я гонял. Хо! Клёво! Куча резов. Это хорошо, когда куча резов. Я создам гриндер, будет еще больше куча резов. Кстати, да, не сюда, а вот сюда. А здесь у меня мясцо портится. Когда спарк закинул, тогда и будет портиться еще сильнее. Кстати, да, у меня швалялся фонарный столб и еще одна электроника. Как говорится, с мира по нитке, а все-таки залутаю то, что мне нужно.
А куда деваться? Других вариантов-то и нету. Дробаш всегда оставляет нужное. А, это зачем? Топорик. Топорик всегда нужен. Так, что мне надо сделать сейчас? Industrial Copper. Мне нужно было сделать... Нет, ты... Так легче будет. Industrial... Бла-бла-бла... Copper. Я очень надеюсь... А, точно, она же пока создается, так лампочка горит. Потом должна тухнуть. А тухнешь? А, нет, ты просто постоянно что ли говоришь? Ха, интересно. Минус 4 слота. Здорово. Так, ну давайте я поставим сюда. Вот они платочки, вот они платочки. Глаз панель, вот это все. Ну, все то же самое. Отсюда все не так. Отсюда все перетаскиваем, потому что что? Правильно, 1800 веса я не потяну. Хлобысь. Вот. И включаем. Да, работаешь ты на этом же деле. И вот оно все пошло, пошло, поехало. Так. Начинаем потихонечку создавать уже предметы. Это хорошо. Кристаллы тоже пригодятся. И застакаем немножечко. Так. Металл. А, металл только в той печке создается. Отлично. Так, за это мне не надо. Здесь мне уголь не надо. Так, а почему я не могу металл закинуть сюда? А, то, господи, да, слитки же металла. То есть, подожди, мне уголь здесь тоже нужен, да? Уголек тоже нужен. А металл я непосредственно закидываю вот сюда. Вот, разобрались. А, все-таки эта печка тоже нужна будет, без вариантов. Пока что, там уже будет видно. Закидываем, включаем. Пускай кочегарит. Немножечко переработает все это дело. Так, платы. Платы у нас создаются. И это отлично. Глаз панелей побольше делаем. Чтобы были. Так, теперь мне нужен айс. Мне нужен айс. Айс, мать твою. Ися. Ися. Ися, копперплейт, давай, копперплейт, делайся. Пожалуйста, делайся быстрее, я задолбался летать уже так медленно, что просто ужас. Так. Ися. Во-первых, это холодос. А во-вторых, он должен... Так, не орошается, это понятное дело. Add water. Кстати, а water, я могу тебе так добавить water? Нет? Естественно, мне нужно будет тебе добавлять... Ну, у меня для этого есть Body Water Kit. Почти угадал, у меня и было. На английском все. Давай каменный, на каменном у меня точно есть ресы под рукой. Скажем так. Так, ну давай пока поставим сюда. Угу. Не разрушать евстевно. Орошается, отлично. Сейчас должна появиться вода. Угу. Вот она пошла, вода. И сразу же остаются кубики. А, кубики должны охлаждать все это дело, а также из кубиков будем делать ice slush. Мороженка, короче, если по-простому говоря. Она ускоряет диносов как минимум. Точно не помню, что еще делают, но как бы как минимум. Вот. Так что там будет уже видно, что, как, зачем и почему. Так. Создается, конечно, долго, но по факту это холодос, в котором предметы будут храниться намного дольше. Да, пускай будет.
примеру, да, вот так все закинем. Так, вот это уже не закидывается, отлично. Ну, к примеру, вот 19 минут, да, 19-20. Сейчас доделается кубик, и если я не ошибаюсь, он сразу же должен работать на охлаждение, пока есть этот, собственно, кубик. Есть, я правильно помню. Да, вот, один день, 1 день, 7 часов, 55 минут. То есть сразу же все начало работать, прям как оно и должно работать. Соответственно, что делаем? Отсюда все перекидываем сюда. Все предметы перекинулись, и, соответственно, у меня с этим проблем сейчас не должно будет. То есть холодос работает так, как он должен работать. Здорово. Еда не портится. Здесь же мы будем хранить всякую вот такую дичь. Хотя, по сути, смысла в этом сильного-то и нету. Эту дичь можно и, ну, вот так хранить. Все равно ее нужно будет куда-то скидывать. Так что да, как вариант так. Антидот. Ну, не знаю. Сажать пускай будет. Ну, не выкидывать же. Пускай будет так хотя бы. Все, сейчас остребуется еще один кубик. То есть, вот у меня кубика нету. Вот он и израсходовался. И, соответственно, он сразу же запитал. То есть, пока питается водой, он всегда... То есть, он всегда будет работать. Это очень клево. Ну, собственно, играя со стимпанком, вы это прекрасно знаете. Давай, создавайся быстрее. То есть получить первые кубики всегда такое томно, и ты такой, да блин, давай быстрее. А потом уже оно у тебя получается, и ты даже этого сильно-то и не замечаешь. Кстати, да, ярчик. Вылезай. Ну, допустим. Так, гамма на место. Что у нас вообще здесь имеется? Здесь у нас уже имеются седла. Промышленная плавильня. Ну, я не вижу смысла. Я, наверное, поставлю также ту плавильню, которую я обычно ставлю, чтобы меньше заморачиваться. Это все седла для альфачей. И это же ж не все с этого мода. Потому что я смотрел, как создается седло. Я вот прям вообще этого не помню. Вот, допустим. Blood Mother Matrix. Blood Mother Essence. Или это не выбиваются, собственно, с бруды, с мантикоры. Если выбиваются, тогда это многое объясняет. Но ресурс Beast Blood, ну, как бы вообще, вот, то есть очень много таких ресурсов, которые мне немножко непонятны. Ну, по идее, да, то есть они должны, типа, наверное, с них дропаться. Это хоть какое-то было бы объяснение. Так. Вот, видите, кубик состряпался. Это стряпался, то есть они портятся. Но, то есть вот, летаешь ты вот с такой скоростью. После этого ты летаешь вот с такой скоростью. То есть, ну, в разы ощутимее, естественно. Power Spin, MacU, Cold Hit. То есть, скорость передвижения и защита от перегрева. Дается все это дело. То есть, все очень вполне здорово. Скажем так, жизнь налаживается. Какая-то серия подряд я уж еще не знаю, потому что я еще не выкладывал ни одной. Но вот на этой серии жизнь начинает налаживаться. Во-первых, у меня скоро начнутся появляться телепорты. Я буду перемещаться в разы быстрее. А во-вторых, Динос, то есть Птерчик, начинает летать намного быстрее. Кстати, выносливость тратится. Должна тратиться, по идее. Да, то есть вот, выносливость тратится, все нормально, так что да. Я не зря выносливость качал. То есть все я правильно качал. Это не читерные с другого мода бутырьки, где не тратят выносливость. Здесь выносливость нужна, без вариантов. Ну вот как-то так вот, все просто замечательно. Самое главное, что
Вот, я их могу в любое время состряпать. И они у меня будут лежать. Подошел, взял, или взял с собой несколько штук, и все, просто здорово. Ну и платы, наконец-то я могу их стряпать. Столько, сколько мне это понадобится. Ой, что дальше? А дальше мне нужно будет добывать ресурсы. И вот не знаю пока что, буду я продвигаться по Extinction Core или по стимпанку. Как вариант, можно протомить какого-нибудь эльфача. То есть какую-нибудь боевую единицу. Либо попробовать потусовать на Фенрире против кого-нибудь в целом. Посмотрим, что вообще из этого выйдет. Но для этого мне... Вот, кстати, для чего мне нужны были цветы. Мне нужно будет сделать хилку. Именно для этого мне нужны были цветы, чтобы я мог сделать хилку. Тем более у меня цветы еще с двух стаков. Вот, и хилка мне точно пригодится. Хилка, это вот модовская, моя любимая, которая за цветочки мне дает 10 хилок. Просто огонь, огневище, огниво. Ну, хотя давай так вот сделаем. 3. А здесь еще мне будет. Вот. И уже в следующей серии, я думаю, попробуем сгонять на Фенрирчики куда-нибудь, зачем-нибудь, кого-нибудь, помутухаем. Вот такие вот, ой, дела. Как говорится, и мне тоже пригодится. Ну, а я что? А я уже с вами буду, пожалуй, на этом прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.